Ребята, посмотрите, какой сегодня великолепный закат. В общем, погода у нас на самом деле самая прикольная, которая может быть. Я специально сейчас нашел чистое море, чтобы в начале видео вас не шокировать, потому что у нас уже местами пошли водоросли. Но, как всегда я говорю, можно всегда найти чистую водичку. То есть вот здесь вот прям, ну, идеально, да. Я сейчас нахожусь на пляже, по-моему, это парус. Нет, это у нас пляж Селены. И здесь прям по кайфу. Вот эти лежачки все поубегали. Температура воздуха 29 градусов. Сейчас ветер вообще успокоился, нулевой. И мы будем очень сильно надеяться, что завтра ветер будет не сильный. Смотрите, какая красота. Даже я вот так покажу. Смотрите. Это просто восхищение, да? Какое солнце садится в море. Но это говорит о том, что эти красное солнце завтра будет... У нас прошли дожди сильные, прошли они в Суко, прошли они в Анапе большом, а нет, в Суко не было, в большом утреще, прям такой сильный ливень прошел, и туда дальше по Черноморскому побережью. Кабардинка была сухо, Геленджик потоп, Дивноморское небольшое, это тоже потоп был. Причем нигде в прогнозах этих дождей не было. Причем большого утреща пишут о том, что прошел настолько сильный поток дождя, говорит, сразу стало реально холодно, такое ощущение, как будто стена прям холодного ливня. То есть странно, хотя дети купались под дождем. И у нас, как я и говорил, то есть постепенно приходят водоросли. Люди со мной спорят, говорят, это не из-за людей, из-за того, что немного писают. То есть читайте, как хотите, ребят. Ну, в общем, появляются водоросли. Я не буду с вами спорить, потому что это на самом деле бесполезно. У меня супер хороший... Смотрите, у нас в телеге какой получился закат. Я туда сегодня скинул видео небольшое. Вот, смотрите, мы идем. Потихоньку водоросли появляются. Дальше с каждым шагом становится все больше. Вот, и буквально мы уже идем прям по зеленому берегу моря. А тут и все, прям вообще за всего. Так что сейчас будет вообще актуально, чтобы вы скидывали, где чистая вода, где нет. Потому что с каждым днем будет больше, там вообще видно, море прям аж зеленое. Но самое интересное, где водоросли, там всегда больше людей. Не знаю, притягивают ли они что ли. Ну, в общем, те, кто любят водоросли, вы их искали. Они у нас тоже тут есть. Это у нас пляж на Одиссее. То есть сейчас чистое море. Все-таки, мне кажется, надо будет выезжать. Ну, сегодня просто посмотрите, какая красота. В общем, завтра, если включаются севера, дорогие мои, то начинается прям очень плохая, печальная погода в плане того, что море будет остывать. Но при этом обещают жару до 40 там, градусов. Так что будут такие прикольные контрасты. Они у нас редко, но бывают. Сейчас же погода просто идеальна. Температура моря у нас 27 градусов, температура воздуха под 30 под вечер, то есть закат прошел, а прохладнее не становится. В общем, мы ждем с нетерпением завтрашнего дня. Если будет ветер, поедем в Благовещенскую. Ну, а если нет, то живем дальше, радуемся. Приглашаю всех, кстати, на фотосессии. Желаю вам хорошего отдыха и дай бог, чтобы прибыла с вами сила. Самое главное, хорошая погода и великолепный отдых на Черном море. Всем пока!